Будь ласка, ваших 5 хвилин. Окей, меня зовут Сергей, я хочу вам рассказать о стартапе HappyTom. Мы доставляем счастье домашним питомцам. У кого из вас есть домашние питомцы? Жена, да? Нас очень много, да. Надеюсь, что вам будет интересно. Жду от вас фидбэк. Спасибо за любые комментарии. Итак, что же такое HappyTom? Что же такое кликер? Нет, там какую-то мышку он включил зачем-то. Это смарт-экономист-платформа, которая предлагает лучшие товары и услуги и продает это все с помощью модели подписки. Отлично. Какие проблемы мы решаем? Это проблема выбора оптимального рациона для домашнего питомца с учетом его персональных характеристик, таких как порода, вес, активность, ну, в общем, все, что будет влиять на его жизнедеятельность. Проблема затрат времени на выбор этого оптимального решения. Проблема транспортировки этого всего домой, туда, где это непосредственно нужно. Наша целевая аудитория – это владельцы домашних животных в возрасте 25-55. По профилям на картинках можете видеть, что ну, так, более ярко выражено – это женщины 25-35, которые много времени уделяют карьере и друзьям, у них нет времени на домашние всякие бытовые дела. И это семейные пары в возрасте 40-55, у которых есть дети, с которыми они уже не живут, либо у них нет детей. Что же мы предлагаем? Мы предлагаем персонализацию ассортимента товаров и услуг, что сделает удобным затраты по времени и по деньгам по сравнению с традиционным e-commerce. Наши рыночные возможности, или где мы хотим вообще все это попробовать, это мы видим перспективу на рынке Соединенных Штатов, так как это 40% глобал маркета, 150 миллионов жителей Соединенных Штатов, у них есть домашний питомец, это кошка или собака, это практически каждый второй житель в United States, и 20% из них пользовались органическими натуральными продуктами или услугами. Соответственно, наш маркет – это 30 миллионов кастомеров потенциальных и 5 миллиардов долларов в деньгах. О конкурентах немного более подробно по порядку. Есть Barbox и Petbox – это фанбоксы для домашних питомцев. Фанбокс обычно себя включает какую-то игрушку, снэк, лакомство и гигиеническое средство какое-то там или витамины. В одном из там прошлых месяцев ребята доставили собакам пиво и чипсы. Эти вот были Barbox. Pet Bros и Just Right. Эти ребята производят собственные корма и предлагают диеты домашним питомцам. Мы отличаемся тем, что мы предлагаем только Organic и Natural, и за счет более широкого ассортимента предлагаемых товаров, это food, это fun, и это сервисы различные, customer lifetime value у нас будет как минимум в два раза выше, чем у всех этих конкурентов. Как работает бизнес-модель? Это подписка. Вы оставляете данные своей банковской карты и получаете на регулярной основе те товары и услуги, которые вам необходимы. Мы ожидаем, что средний чек будет порядка 60 долларов на рынке United States. Маркетинг. Идея по маркетингу заключается в том, чтобы максимально найти первых кастомеров, используя там партнерскую сеть в таких местах, в принципе, как приюты, клубы, страховые компании, груминговые салоны, поддерживать отношения с клиентами за счет email-маркетинга и social media, ну и также использовать стандартные каналы продвижения. Что касается Milestones, проект начался в августе этого года в Украине, был первый трекшн, после того, как мы съездили с кофаундером в Штаты, мы пивотнулись только на этот рынок, до конца этого года выйдет MVP на рынок Соединенных Штатов, и, в принципе, бизнес-деятельность, уже бизнес-девелопмент, он уже начинается и будет еще активнее, когда мы максимально переместимся в Штаты в ближайшее время. Наша команда – это я, Виктор, мы фаундеры, занимаемся в основном бизнес-девелопментом. Это наш второй стартап, первый MyCash.ua мы создали в сентябре прошлого года, он до сих пор работает на рынке Украины. Product Development занимается Антон Ихарин, Антон присутствует в зале. Также есть Катя и Карина, они занимаются продажей и маркетингом в United States, они гражданки Соединенных Штатов.
Что касается инвестиций, мы прошли акселерационную программу в Happy Farm совместно с Imperius Group, подняли pre-seed раунд $43,000. В данный момент занимаемся бизнес-девелопментом в Соединенных Штатах, ищем там следующий раунд инвестиций. Возможный выход этого проекта — это такие крупнейшие e-commerce-игроки, как eBay, Amazon, с которыми уже есть контакты, крупнейшие e-commerce-игроки в pet food индустрии, PetSmart, Petco, PetFlow и Mars и Nestle. Крупнейшие производители корма в мире. Все, спасибо за внимание. Ваши вопросы.